И вот несколько часов назад стало известно, что неосторожное обращение с огнем и стало причиной пожара в поселке Желяково. Об этом сообщил начальник управления ПЧС Кызылжарского района Аслан Ахмеджанов. А вот виновников происшествия, по его словам, все еще не установили. То есть по данной схеме мы видим о том, что очаг пожара у нас находится на краю деревни. В месте прохождения грейдера, то есть в данном месте у жителей находились огороды, заросшие сухой травой, и складировались твердо бытовые отходы. То есть по направлению ветра огонь у нас распространялся в сторону жилых строений.